Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня слышно и видно хорошо. И я вас приветствую на нашем последнем вебинаре, нашей вебинарной недели, на пятничном вебинаре. Надеюсь, сегодняшний вебинар будет интересным. По крайней мере, я его ждал с большим воодушевлением. И мы этот вебинар переносили, но вот, наконец, он сегодня состоится, и это замечательно. Как всегда, несколько слов перед началом вебинара. В самом начале чата вы увидите две полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу с расписанием. И на этом сайте вы можете зарегистрироваться на все вебинары, на все будущие вебинары вплоть до конца июня месяца. А вторая ссылка показывает, где хранятся видеозаписи наших вебинаров. На нашем видеоканале на YouTube там уже более 260 записей хранится. Ну и запись этого вебинара уже ведется и через некоторое время появится тоже на этом канале. Наконец, я хотел бы представить два вебинара будущей недели. Вот эти вебинары. Так, я сейчас поправлю цвет. На минутку. Вот эти два вебинара. Эти вебинары проведу я. Я вам здесь не распространяю информации о вебинаре Татьяны Телегиной, который состоится в понедельник, потому что, честно говоря, я в ужасе, там уже более 600 человек записалось. Вот кому очень надо, найдут и запишутся. Закрывать мы не будем регистрацию, но давайте я, по крайней мере, не буду его здесь рекламировать сейчас, чтобы не повышать количество тех, кто не сможет попасть на наш вебинар в понедельник. Вот. Ну, а свои вебинары прорекламирую. Это два вебинара на одну тему, на тему учебного текста. Вебинары эти состоятся во вторник 3 числа. Этот вебинар будет посвящен электронной типографике. В четверг, 5 апреля, будет вебинар, продолжающий тему текста, текста как медиа, как текст сочетается с иными медиа, как он сам становится новым медиа в новой среде, ну и что еще можно с ним делать, как можно использовать его параметры для того, чтобы каким-то образом помещать дополнительную информацию для учащихся в сам текст, не меняя его сути, не меняя того, что там написано. Ну что ж, у меня все. Вводное слово мое закончено, поэтому я приглашаю в эфир Ивана Нефедьева, нашего сегодняшнего спикера, и прошу начать наш сегодняшний вебинар. Я, как всегда, остаюсь в чате до конца нашего сегодняшнего мероприятия. Иван, прошу. Так, кажется, Ивана наша система по какой-то причине выкинула из вебинара. Ну, я надеюсь, что он сейчас перевойдет. Да, так точно. Действительно, я вот сейчас услышал, что, да, не знаю, почему выкинула из вебинара. Ну вот, да, все. Да, все, передаю слово, Иван. Да, спасибо. Сегодня я расскажу про игрификацию в образовании. Немножечко так, видимо, будет непросто, потому что кто-то из вас уже очень хорошо в этом разбирается, кто-то слышит, может быть, вообще в первый раз. Но попробуем сделать так, чтобы интересно было всем. Так, смотрите, значит,
Сразу же я, наверное, задам вопрос, да, вы можете здесь в чатике отвечать на него. Это как вы думаете, кому легче всего было объяснить, что такое игрификация? Вот, какой категории людей, категории пользователей? Смотрите, мы, кроме того, что занимаемся там разными бизнес-задачами, да, там для разных компаний внедряем игрификацию, мы очень много занимаемся популяризаторской деятельностью. И вот видите вы разных людей, да, которым мы рассказывали, что такое игрификация. Тут и учителя, естественно, и вот мы чиновникам рассказывали, людям из маркетинга, и вот, например, детям, да. А в общей сложности, ну так, аудитории немножко пересекаются, поэтому немножко сложно понять, сколько действительно этих людей. Ну так, больше 40 тысяч точно. И несколько раз в месяц мы, да, проводим какие-нибудь вебинары или очные, или заочные встречи и рассказываем тоже очень многим людям. Ну, значит, да, у нас вопрос, да, кто быстрее понял концепцию игрификации. Действительно, это, как правило, школьники, дети, да, вот, соответственно, вот, дети. А как вы думаете, кому сложнее всего было объяснить? Вот теперь вот мы поотвечали, кому было проще всего, теперь давайте посмотрим, кому сложнее. Потому что на самом деле вот чиновники, да, они вполне себе тоже разобрались. Вот, что такое игрификация? Департамент, студенты, учителя со стажем, бизнес. Хорошие ответы, но школьники нет. Школьники это точно они очень быстро разобрались. Вот. И на самом деле два тут ответа, они правильные. На самом деле сложнее всего объяснять это тем людям, которые считают, что они уже очень хорошо разбираются. Они понимают, что это такое, у кого чуть-чуть такой заполненный стакан уже. И, как правило, это либо учителя, либо те люди, которые, ну, как-то связаны с, в том числе, с образованием, с преподаванием, и они уже какие-то используют игровые методики. Но игрификация – это, может быть, немножечко другое. И вот мы сейчас об этом тоже чуть-чуть поговорим. Один из наших популяризаторских проектов, да, – это массовый открытый онлайн-курс, который так и называется «Игрификация». И он дважды, в 2016 и в 2017 году, на EdCrunch, это крупнейшая в Европе конференция по образованию, был признан лучшим онлайн-курсом в России. Это сравнение было и с курсами, например, от МГУ, или с курсами, которые на Курсере размещены, на Edexе, на Moodle, на Степике, много где еще. Вот наш тоже был на Степике размещен, и, ну да, я считаю, что он занял вот это вот призовое место и был признан лучшим. Да, можно записаться, я сейчас, позже я все расскажу. Значит, был он признан лучшим, мне кажется, потому что в нем как раз используются те элементы, о которых в нем рассказывается. То есть он игрифицирован просто по полной. Чуть-чуть я попозже об этом тоже расскажу. Так, поехали дальше. Как вы думаете, кто такой среднестатистический геймер? Я предлагаю писать так, что если это мужчина, мальчик, то это М. И, допустим, М17 будет означать, что ему мужчина 17 лет. А там, например, Д или Ж, там 83, это будет означать, что это женщина 83 лет. Вот прямо сейчас тоже в чате пишите, как вы думаете, кто это. Так, М14, 11-23, 16, 15, 23. Угу. И все про мальчиков. Хорошо. Довольно часто действительно так отвечают. И так, о, 45, 30. Появилось большее разнообразие. Значит, обычно среднестатистического геймера вот так вот примерно воспринимают люди. Вот. Так. И мужчины, и женщины 12.50, 12.80. Хорошие ответы. Вот. Смотрите дальше, я теперь отвечаю. Обычно тоже его могут воспринимать вот примерно таким товарищем, да, но при этом бывают и вот, например, такие геймеры, и, ну, я лично таких встречал, вполне себе играют в очень солидном возрасте. И
Если мы посмотрим в метро или там в маршрутке или в перерыве там между какими-то лекциями и так далее, то мы увидим вот какие игры, в которые, ну, как правило, люди играют, они такие казуальные. И что такое геймер, да? Это, ну, в таком понимании, да? Это тот человек, который хорошо знает, что такое ачивки, что такое там переход на новый уровень, что такое баллы и так далее. Вот, соответственно, с ним отлично работают все те инструменты, о которых мы сейчас будем разговаривать. И, соответственно, очень разные исследования есть, и чуть-чуть отличается, если это там компьютеры или это телефоны, это те, кто платит, или те, кто играет в бесплатные игры. Но в среднем среднестатистический геймер, и там немножечко от страны тоже зависит, это, например, 35-летняя женщина чуть-чуть там преобладает именно вот женщин количество. То есть, ну, допустим, там 52 против 48%. Вот. И, соответственно, это не означает, что все типичные вот эти вот геймеры или игроки, которые хорошо разбираются в игровых механиках, им 35. Это означает, что среди них есть и 3-летние, которые уже начали играть, и 70-летние. Это просто такое среднестатистическое, среднеарифметическое возраст и пол, ну, наверное, все-таки женский. Так. Кто-то вяжет, это тоже хорошо. Так, значит, смотрите, дальше. Что я еще хотел сказать, что есть такая проблема сейчас, это многозадачность. То, что людей очень много всего отвлекает там, во время работы, и там постоянно какие-то звонки, у всех там по два телефона, и, ну, в общем, это все не так просто. И игры в том числе отвлекают. Вот, например, человек, похожий на председателя правительства, который тоже вот играет в игру. Или есть тоже вот человек, похожий на депутата Госдумы, который тоже играет на рабочем месте в игру. И, соответственно, ну и очень многие, да, там студенты на работе, постоянно люди, их отвлекаются именно на игры. И, соответственно, возникает вопрос, почему бы не потягаться с этими самыми играми на их же поле? И можно ведь сделать и работу, и учебу больше похожей на игру. И тогда, и может быть даже более интересной, чем игра. Ну и в этом случае у нас будет преимущество. Или у тех компаний, в которых мы внедряем игрификацию, будет, соответственно, преимущество. Вот тут только некоторые из возможностей игрификации, которые существуют. И, ну, некоторые из них, или, наверное, все даже. Вот здесь вот, наверное, все, что делали мы. Ну, как бы только часть того, что делали мы в разных проектах с помощью игрификации. И если очень-очень так примерно, да, очень условно сделать, то можно разделить игрификацию на вот 4 таких вот квадранта, да, что есть. Внешняя, да, то есть мы ее как-то вовне направляем. Внутренняя, это когда там мы либо внутри организации, либо сами это все делаем. И вот другая ось графика, это то, что вот организация, компания, да, или человек. И, соответственно, опять же, очень это все условно, да, можно сказать, что, ну вот, например, внешняя для организации – это игрификация в рекламе. Вот, то есть мы с помощью игрификации привлекаем новых клиентов в нашу компанию или для того, чтобы они использовали наш продукт. Если это внутреннее для организации, то это связано что-нибудь с HR или, ну, там, например, с повышением производительности, с повышением KPI. Если мы говорим про внутреннее для человека, то это может быть, например, для тайм-менеджмента. То есть человек применяет игрификацию для того, чтобы, ну, все выполнять вовремя. И, как правило, вот внешнюю по отношению к людям, да, вот именно здесь вот
люди воспринимают игрификацию в образовании. Хотя на самом деле, естественно, в HR тоже может быть и образование, да, и игрификация в образовании. Можно с помощью игрификации, там, не знаю, например, диссертацию написать. Вот, соответственно, ну и, соответственно, это будет внутреннее для человека. И, ну, то есть ее можно применить в разных вот этих вот квадрантах, не только в верхнем левом. Я сейчас посмотрю, что вы написали в чатике. Так, да, школьники ночами не спят. Действительно так. Даже дошкольники, да, действительно. Да, в парках яблоки собирают летом не потому, что голодно, а потому, что игра такая, набрать как можно больше добычи. Есть такое дело. Так, у меня немножечко перелистнулся. Смотрите, и вот если мы рассмотрим игрификацию в образовании, да, то, опять же, здесь можно разделить ее на некое, ну, по осям графика, если будет краткосрочное и долгосрочное взаимодействие, а также вот дистанционный и очный формат. И, соответственно, если мы говорим про краткосрочное взаимодействие с дистанционным форматом, то это, например, могут быть там многочисленные тесты, да, которые вы можете увидеть где-нибудь в интернете. И вы проходите его, и вам там говорят, что «О, да вы там отличный химик, вы отлично все знаете, помните все формулы по химии». Или там, например, «Вы там замечательный географ, вы смогли определить по контурам стран 50 стран». Вот, и так далее. И, соответственно, там применяется очень много, ну, игровых элементов в таких вот такого рода тестах. Если это дистанционный формат и долгосрочное взаимодействие, то это может быть, вот, например, про наш курс. Да? И в нем, например, тот курс, про который я чуть-чуть раньше говорил, на степике. В этом курсе изначально, например, игроки, и, ну, те люди, которые пришли, слушатели курса, они могли выбрать уровень сложности, на котором они могут его пройти. Вместо баллов они получали кристаллы. Их сопровождали виртуальные персонажи, которые им помогали. У них был выбор, по какому из путей пойти. То есть можно было выбрать, например, ну, у нас было 5 основных путей героя. Это игрификация в образовании как раз, в социальных проектах, в маркетинге, в HR и в IT. И, соответственно, можно было выбрать один из этих путей героя и так далее. То есть, вот, ну, много применяли мы как раз всяких игровых элементов именно вот в этом вот курсе. Если брать очный формат и долгосрочное взаимодействие, то это, например, айкидо или любые, многие, по крайней мере, другие единоборства. То есть, вот эти вот пояса, да, там белый, желтый, красный, зеленый, синий, коричневый, да, это идет вот некое путешествие по уровням, да, и более того, например, у детей для того, чтобы перейти с желтого пояса на красный, они должны еще маленькие нашивочки на этот желтый сначала заработать. Вот, то есть это такая достаточно длинная история, да, в которой, ну, пояса эти не играют никакой роли, кроме как, ну, вот, показания, они показывают, какой уровень у нашего игрока. Вот. И вот интересный тоже такой пример краткосрочного взаимодействия и при этом очного. То есть есть у нас бег, да, его сделали чуть-чуть более интересным, превратили его в эстафету, да, но эстафета, она, допустим, тоже не так интересна. И вот мы берем две команды игроков, даем им разного цвета футболки, раскладываем вот эти вот обручи в виде крестиков-ноликов, и они бегут и кладут на скорость вот эти вот разного цвета футболки. И таким образом играют вот в эту игру в крестики-нолики, что делает более интересной уже игру, то есть вот именно эстафету. Вот. И таких примеров тоже достаточно много. Вот. Сейчас расскажу про то, что на самом деле игрификация, она, ну, буквально везде нас окружает. И для начала, ну, я все-таки еще один вопрос задам. Это как вы думаете, кто и когда и зачем придумал пазлы? Вот, ну, такую вот игру, которую, ну, я уверен, все из вас знают. А пока я расскажу,
пока вы отвечаете, я расскажу про то, что нас уже окружает с точки зрения графикации. Это может быть какая-то простая, примитивная, но тем не менее вполне себе очень хорошо работающая методика, да, которую можно видеть буквально везде. Ну, не знаю, там, собери 10 наклеек и получи скидку на набор ножей. Да, вот какая-нибудь такая вот вещь, коллекционирование. Очень часто это можно видеть в программах лояльности. Или, например, вот статус, да, это вот, скажем, вот это вот Visa Platinum. Но на самом деле это не такой уж крутой статус. Вот это нормальный статус. Она покрыта золотом, и вот эти вот блестящие штучки, это на самом деле такие бриллиантики. Но даже это не статус. Вот это нормальный статус, потому что вот это вот по краю, это не просто так, это цитаты из Корана, там выгравированы, и это тоже сделано из золота, из цельный кусок золота, и внутри там тоже этот самый бриллиантик. А еще очень интересно, что эта карточка, она перестает действовать, если на ней меньше, чем 3,5 миллиона долларов. То есть это, ну, нормальный такой статус. Вот. Или, например, очки, да, баллы, там, бонусные мили, которые можно зарабатывать, например, при полетах. Иногда это в очень сложную экономику превращается, вот примерно как здесь. Люди начинают это все рассчитывать. Вот. Так, я сейчас прочитаю, что вы ответили. Маркетинговый ход. Производители. Так, скоротать досуг. Для развития логического мышления. Для развития детей. Ну, смотрите, на самом деле, я просто, почему я задал вопрос про пазлы, потому что я хочу сказать, что все, о чем я говорю, и вообще все, что вот касается игрификации, да, это далеко не обязательно что-то прям очень прям такое новое, никому неизвестное раньше и так далее. И, соответственно, первый раз пазлы, вот этот вот джентльмен из Великобритании, Джон Спилсбери, он их применил в 1761 году. Это самая старая карта не сохранилась. Это, если я не ошибаюсь, 1766 года. Но смысл абсолютно такой же. Он взял картонную карту, наклеил ее на фанеру и потом вырезал. Сначала там он Англию и Ирландию. И, соответственно, это были... ну, графство, да, а потом дальше уже карту Европы, карту мира он делал точно так же. То есть, собственно говоря, это было изобретено для того, чтобы учить детей географии в 1761 году. И только потом, в конце 19 века, когда стало возможно это сделать, ну, более массово, да, когда появилась возможность на картоне все печатать, это стало действительно массовым явлением. А так, полтора столетия первых, это было, ну, только для образования использовалось. Да, действительно, с картами. Вот. То есть, да, это далеко не ново все. И, например, есть такое мнение, что пирамиды тоже строились на скорость в виде соревнования. То есть... и графикация тоже применялась именно тогда. Но это не точно. Поехали дальше. Есть такое выражение, или аббревиатура такая, может быть, кому-то из вас она уже знакома, называется она PBL. Что это такое? Это три самых распространенных элемента, да, которые можно увидеть, ну, практически в любой и графицированной системе, в любой игре, которую вы видите, ну, например, в программах лояльности. Это очки, points, да, отсюда буква P, потом бейджики, которые тоже многие из вас отлично знают, бейджис, это, соответственно, буква B, и L – это рейтинги, leaderboards. Вот эти вот три элемента, они встречаются в графицированных системах чаще всего. И точно так же я уверен, что они знакомы вам, потому что вот, например, очки там в ЕГЭ, баллы точнее в ЕГЭ, да, что бейджики можно там с самого
самых ранних классов увидеть тоже там всякие разные наклейки, или когда рисуют звездочки, или там паровозики, а за ними едут вагончики и так далее. Ну и рейтинги здесь, конечно, да, рейтинги тоже вам знакомы. Здесь конкретно, не знаю, насколько вам видно, но здесь, вероятно, самый ужасный пример рейтинга, какой может быть. Это успеваемость учащихся 5-10 и 11 Б классов по итогам четверти. И они отрейтингованы по среднему баллу. И при этом здесь нет вообще ни одного ученика из 11 класса. В общем, вот так. И на самом деле это одна из самых частых ошибок, когда вы входите в какую-то систему и вы видите, например, ну, в образовании, не знаю, там, может быть, таких больших цифр нет, хотя есть, наверное, тоже такие примеры. Когда вы входите и видите, что вы находитесь на 12867 месте, да, и до первого места вам еще, ну, просто какие-то, не знаю, парсеки там нужно преодолевать, а у вас велосипед. Вот. И, соответственно, очень-очень сложно добраться и там как-то соревноваться с первым местом. И это одна из таких самых частых и самых неприятных ошибок, потому что, мягко говоря, это не очень мотивирует. Ну да, вот там рейтинги вузов. Ну, в общем, рейтинги – дело такое. С ними надо очень осторожно обращаться, хотя есть методики, как можно сделать так, чтобы они были не обидными, и чтобы они действительно подстегивали и давали возможность развиваться нашим игрокам. Так, вот смотрите, мне когда-то пришла в голову аналогия, и мне кажется, она очень хорошо все это показывает. Вот если у нас есть некий циферблат, да, у механических часов, то вот секундная стрелка – это вот эти вот самые баллы или очки, которые можно заработать, ну, буквально за любое действие. Ну, очень просто их получить. И поэтому мы их очень быстро получаем. И вот, допустим, мы набрали 60 вот этих вот самых баллов и получили какой-то бейджик, да, значок, что мы вот такие вот молодцы, набрали 60 баллов. А потом уже вот, когда мы набрали много-много вот этих вот бейджиков, ну, в данном случае, например, 60, то мы можем участвовать в каком-то рейтинге. И что вот мы там самые крутые, мы набрали 60 бейджиков. Но если мы снимем вот эту вот крышку, циферблат этот снимем, то внизу окажется, что чуть-чуть все сложнее. И может быть три вот этих вот шестеренки, это и есть вот эти вот PBL, да, Points, Badges и Leaderboards. Вот. А все остальное это совершенно другие инструменты, и все вот так вот подогнано и смазано, и отлично должно работать вместе. И, соответственно, нельзя вот, да, тут за меня отвечают, значит, соответственно, да, нельзя вот эти вот все штуки вытягивать, и очень много элементов, которые могут быть взаимосвязаны. Есть такой товарищ Кевин Вербах, он один из главных популяризаторов такого вообще явления, как геймификейшн, графикация. Вот. И он разработал некую пирамиду элементов, где есть три уровня. Это динамики, механики и компоненты. И одна динамика, она может включать в себя несколько механик, а одна механика может включать несколько компонентов. Вот. И, соответственно, здесь, если в разрезе вот эта вот пирамида, да, то вы ее видите здесь тоже в виде перечисления вот этих вот элементов, инструментов. Здесь 30 всего элементов, которые, ну, по мнению Вербаха, они самые распространенные в играх или в игрофицированных системах. Хотя очень странно, здесь, например, нету прогресса, да, нету отметки прогресса. Вот, и, соответственно, ну и некоторых других элементов, которые тоже очень часто встречаются. И вы можете увидеть, что здесь всего все вот эти вот Points, Badges, Leaderboards, они находятся среди вот этих вот компонентов, да. Они выделены жирным шрифтом, и только на них основываться, ну, точно не стоит. Нужно всегда помнить о том, что этих элементов сильно больше. И хотя здесь вот, например, их перечислено 30,
То, что мы делали, составляли такую же вот перечень элементов, у нас получилось больше 200. Вот, то есть, ну, их действительно сильно больше, и их нужно использовать все вместе. Хотя при этом не нужно стараться впихнуть все в ту систему, о которой, ну, которую мы разрабатываем. Вот. На самом деле, может быть, это нужно было с самого начала ответить на этот вопрос, но мне кажется, сейчас, наверное, настало такое время. Соответственно, кто же такой игрификатор и чем он занимается? Если мы берем ответ Вербаха, о котором я только что рассказывал, он говорит о том, что игрификация – это применение игровых элементов и игрового мышления в неигровых контекстах. Ну а мы, например, ну, там, 10 слайдов назад видели применение игрификации в игровом контексте. То есть, когда вот эти вот крестики-нолики, да, и с помощью них делают более увлекательным бег, да, эстафету. И сам Кевин Вербах, мы у него брали интервью для нашего курса, он тоже говорит, что, ну, несколько устарело это определение, и оно такое не очень дающий ответ, что же такое игрификация. Поэтому мы разработали свое определение, и звучит оно вот следующим образом, что это введение дополнительных игровых правил в любую деятельность. И здесь должно соблюдаться, ну, оно вроде бы не сильно отличается, но все дело в нюансах, как говорится. Здесь должно соблюдаться три обязательных условия. Первое – это то, что должно быть веселее, должно быть интереснее игрокам, когда они, ну, например, проходят какой-то курс учебный, или они там сидят в классе, или они выполняют какую-то работу. И несмотря на то, что здесь вот, ну, может быть, не самый такой фановый дизайн, да, то есть это из 1С, если я не ошибаюсь, такой скриншот. Но тем не менее, моя любимая игровая, вот лично моя, любимая игровая среда – это Excel. То есть я прям по-настоящему люблю делать что-то в Excel, и, ну, для меня это действительно фан. Но таких, как я, примерно одна четверть, и вот есть, например, такая теория, да, которая называется Four Keys to Fun, да, это, ну, 4 ключа к удовольствию, к радости. Вообще, фан очень сложно перевести на русский язык, потому что это и, ну, действительно, удовольствие, радость, интерес, кайф. Вот. Ну, то есть очень можно по-разному перевести, и все равно это, ну, английский он более такой объемный, да, то есть внутри вот этого слова фан зашито много других, получается, русских синонимов или не синонимов. Вот. И, соответственно, в этой теории говорится о том, что есть вот 4 типа фана, да, и, соответственно, Excel – это либо hard, либо serious fun, ну, в зависимости от подхода. Это вообще такой сложный вопрос, про который надо отдельный вебинар делать. Вот, значит, второе, что обязательно должно быть, когда у нас имеется какая-то игрификация, это связь с реальностью. То есть игрок обязательно делает что-то полезное, да, что-то в реальном мире. И вот если бы мы, например, на уроках, ну, в данном случае химия, да, если бы мы на уроке химии дали бы просто детям возможность играть в крестики-нолики, то это, ну, была бы игра. Вот. А так мы, вот в данном примере, мы берем таблицу Менделеева и превращаем ее в игру в морской бой. И благодаря этому, допустим, мы провели урок по химии, потом в последние 5 минут мы просто рассказываем правила, да, что можно взять и играть в морской бой с помощью таблицы Менделеева. Через неделю или там, в общем, когда будет следующее занятие по химии, дети придут, и они точно будут знать примерно, где находится какой-нибудь цинк, да, и как произносятся отдельные вот эти вот элементы. И плюс к тому, конечно же, можно усложнить. То есть, например, мы говорим, все вот однопалубные корабли можно размещать только на инертных газах. Вот, и дети будут знать, где находятся инертные газы. То есть мы с помощью вот этой игры добиваемся того, что дети могут выучить название
этих элементов, примерно где они находятся, а если чуть-чуть мы усложняем игру, то они будут знать и где группы элементов находятся. Вот. И третье обязательное условие – это то, чтобы это все было добровольно. Потому что очень важно оставлять для игроков возможность поступать как и раньше, делать все, как они делали до этого. Потому что мне, например, когда я учился в школе, очень нравилось понимать вот эти вот все взаимосвязи в таблице элементов. И мне нравилось изучать ее как бы саму по себе. То есть мне очень понравилось то, что ее хоть сверху вниз, хоть слева направо, есть вот эта вот зависимость и очень четко и понятно. И мне вот это вот было очень интересно понимать и изучать. Вот. И нужно оставить возможность таким детям, которым именно в этом формате интересно, или студентам, которым интересно именно изучать что-то глубинно, оставить этот формат как такой обычный, и чтобы они могли к нему в любой момент вернуться. Потому что если их заставлять играть, то тогда это будет точно не игрификация, это будет какая-то манипуляция и принудиловка. Вот. По предыдущему пункту, кстати, вот по тому, что связь с реальностью, игрификация очень сильно отличается от, например, бизнес-игр, от симуляций. То есть, что я имею в виду? Что если мы играем в какую-то игру, и у нас есть какие-то жесткие условия, что вот мы там находимся внутри этого всего, то внутри этой игры, и это никак, это, например, упрощенная какая-то реальность, то это тогда получается какой-то симулятор или, ну, например, бизнес-игра. А в случае с игрификацией это действительно мы выполняем какую-то деятельность вовне. То есть мы выполняем какую-то полезную деятельность вовне. Сейчас я посмотрю, что вы написали здесь в чатике. Ой, это у меня невозможно прокручивать чатик отдельно. Сейчас. Так. Русифицировать, чтобы не было чужеродного Запада. Ну, смотрите, это действительно так. Есть такая проблема с названиями этих элементов. В общем, мы... В этом году выйдет наша книга о том, что такое игрификация. И выйдет обновленная версия курса, вот в мае. Выйдет обновленная версия курса. Я думаю, что там мы постараемся это все действительно русифицировать. Ну, потому что я тоже считаю, что далеко не всем могут быть понятны именно английские вот эти вот названия. И да, мы планируем этим и дальше заниматься. Но с другой стороны, есть, конечно, сложность, о которой я чуть-чуть упоминал уже. Даже вот само слово «игра», да, в английском есть «play», а есть «game». А у нас игра – это и игра на инструменте, и игра в театре, и игра в прятки, и игра за компьютером. Это все одна и та же игра. И там слово «фан», да, я про него тоже говорил. Очень сложно его определить и, ну, перевести. То есть в каждом случае оно будет чуть-чуть по-разному. И то же самое, ну там, бейдж, да? У нас бейдж это совершенно другое означает. Это вот такая штука, которая вешается на грудь, на которой написано, как тебя зовут. Вот. И, ну, в общем, это довольно много всяких таких сложностей, да, которые не так просты. Вот. Но, конечно, мы в эту сторону движемся и очень хотим сделать, чтобы это было звучало больше по-русски. Так, ну по поводу заимствовать, тут в общем как раз действительно есть такая особенность, что многие просто заимствуют, но у нас другая ситуация, мы как раз придумываем и разрабатываем нечто новое, то, чего пока еще нет в мире, и поэтому может быть это не совсем про нас. Вот. И, соответственно, тот сборник из там, больше чем 200 элементов, это, конечно, точно не заимствование, потому что
Ну, в мире ничего пока-то похожего нет. Так, публикации. Значит, смотрите, тут в конце будет парочка ссылок, да, соответственно, на нашу группу, на курс, на который можно тоже там записаться. И еще раз говорю, будет в этом году у нас книга, там-то точно можно будет ознакомиться и с публикациями, ну, на которые будут ссылки в этой книге и так далее. Так. Графикация в библиотеке. Я вот хотел в конце тоже поспрашивать, о чем будет интересно послушать дополнительно. Вот, но сейчас вы немножечко, получается, так опережаете. Так. Воспитание правильное. Ладно, поехали дальше. Во вкладку «Вопросы» я пока даже не заглядываю. Чуть попозже я буду отвечать на эти вопросы. Смотрим дальше. Соответственно, кто такой игрификатор? С моей точки зрения, или там с нашей точки зрения, с точки зрения клуба игрификаторов Life.ut. Игрификатор – это тот, кто делает скучные какие-то ужасные там процессы интересными. Если кто-то что-то не хочет делать, он вдруг начинает это хотеть делать, и ему кажется более простым всякие разные сложные вещи. Просто сейчас есть такая определенная проблема – это то, что многие люди образование воспринимают как некое препятствие к чему-то в конце, да, то есть для того, чтобы получить хорошую работу, нужно получить хорошее образование. Для того, чтобы получить повышение по службе, нужно, там, опять же, пройти какие-то дополнительные курсы. И вот эти вот дополнительные курсы или образование, эти люди воспринимают как какое-то досадное препятствие, которое хочется как можно быстрее преодолеть. Вот. С этим можно бороться разными способами, но в том числе можно превратить этот курс или это образование во что-то, ну, прям по-настоящему увлекательное и интересное. И, соответственно, лучше всего это сделать с помощью игрификации. На самом деле игрификация – это, ну да, вот то, о чем забыли взрослые. И вот если, как вы думаете, вот любой ребенок, как только он увидит, ну, например, приблизительно такую расцветку у дороги, как вы думаете, что он будет делать? Можете сейчас в комментариях написать. Вот. Просто как раз дети, да, они отлично знают, как вот, если у нас есть скучный путь и, там, из пункта А в пункт Б, да, каким образом его сделать каким-то интересным. Ну вот, да, тут правильно пишут, что да, прыгать пойдет по определенному цвету. Вот. И, соответственно, там, не знаю, что красный – это лава, да, там, и, соответственно, нужно ни в коем случае не наступить на красный. Или там ребенок начнет считать, сколько по дороге там светофоров или еще чего-нибудь, да, деревьев. Так, тут было интересный какой-то вопрос. Детской, юношеской. Ага. Вот. Ну да, соответственно, прыгать по определенному цвету будет наш, ну, ребенок, который увидит это все. А взрослые иногда немножечко это стесняются, или они, может быть, забыли о том, как это делать. Но, в принципе, любой процесс, да, его можно рассматривать как такое, ну, мы превращаем какую-то скучную, неинтересную ерунду в увлекательную игру. Вот этим вот мы и занимаемся. И смотрите, тот же самый Кевин Вербах, он разработал систему, которую он называет 6D, это про дизайн. Мы ее переделали, ну, достаточно сильно переделали, и сделали из нее, на самом деле, не 6, а даже 9. Сейчас мы быстренько пройдем по тому, что это такое. Смотрите, для того, чтобы применить какие-то инструменты, да, о которых мы частично уже говорили, о которых поговорим чуть позже еще, и сделать какой-то скучный процесс интересным, да, нужно ответить последовательно на несколько вопросов. Да? И вот первый из них, это он называется здесь бизнес-цели, и имеется в виду, что это прям должно быть что-то конкретное такое, понятное. И
в идеале вообще сделанная по смарту, или там по-русски это по модели водки, да. Ну, они, соответственно, должны быть измеримы, эти цели, они должны быть во времени понятные и так далее. Вот. Очень четкая и конкретная цель, чего именно мы хотим добиться. То есть, например, чтобы у нас там, например, 90% учеников прошло онлайн-курс. Или чтобы у нас там такое-то количество учеников получило оценки 4 и 5. Или чтобы задания выполнялись каждый день, да? Или там перед каждым занятием, чтобы были выполнены все домашние задания у учеников, у студентов. И каждый раз это будут абсолютно разные подходы, разные механики, потому что каждый из вот этих целей удовлетворяет разные механики. И, соответственно, следующий вопрос – это кто наши игроки? Дело в том, что очень часто бывает так, что система настраивается не на тех игроков. Есть, например, очень успешный, ну, это бизнес-кейс, да, с одной стороны он успешный, а с другой стороны есть вот минус. В общем, была сделана игра для того, чтобы было интереснее складским работникам заниматься, ну, своей складской работой в одной крупной организации. И она была сделана на основе «Звездных войн». И, в принципе, особенно руководящий состав, эта игра очень сильно увлекла. Но там было два очень существенных минуса. Первый минус – это то, что играть приходилось за темные силы. А второй минус в том, что эти игроки – это были жители из регионов России, и это были, как правило, люди старше 40 лет. Вот эти именно складские работники. И они попросту никогда не видели этот фильм. Ну, или там несколько этих фильмов про «Звездные войны». И им было совершенно непонятно, о чем вообще идет речь и что это такое. И точно так же можно очень легко ошибиться, допустим, каких-нибудь этих зеленых, ну, в ирландском стиле эльфиков, да, сделать, и чтобы по ним учились там десятиклассники. Они могут не очень адекватно это все воспринять. Ну, соответственно, нужно думать о том, для кого мы делаем эту игру, и учитывать то, какие фильмы они смотрят, в какие игры они играют, что вообще для них интересно. Вот. Третий шаг – это то, что нужно посмотреть, что же конкретно должны делать наши игроки, когда мы вводим игрификацию. То есть, например, это может быть, действительно, там, выполнение домашнего задания. И вот мы хотим, чтобы они выполняли домашнее задание обязательно вот вечером перед тем, как они вот придут в школу или в институт. И, соответственно, здесь же нужно ответить, каким образом мы им будем понять, мы будем им давать понять, что они, ну, молодцы, что они все сделали правильно. А потом дальше вообще уже немножечко начинается магия, да? Это вот то, что мы называем «обозначьте путь игрока». То есть, если по-простому, да, то есть вот про это можно вообще отдельный семинар, вебинар или даже несколько делать, вот про вот эту вот концепцию пути игрока. Это потому что очень интересная и очень непростая штука, но очень важная. О том, что игра, она условно делится на несколько этапов, да, и на каждом этапе могут быть полезны очень разные инструменты. То есть там, в начале игры нужно просто показать, какие правила, да, а потом дальше уже, когда вот сама игра, то можно уже вводить какой-то более глубокий, ну, глубокую историю, и обязательно нужно вводить какую-то мотивацию, которая внутренняя, не просто, чтобы они там действительно какие-то бейджики получили, а чтобы они понимали, что они развиваются, или чтобы они могли помогать друг другу. И нужно всегда продумывать, что будет в конце игры. То есть там, как правило, есть два выбора. Либо игрок, он уходит из игры, и, ну, это, в принципе, тоже хорошо, потому что если он все закончил и у него все отлично, то он будет другим рассказывать, как ему было здорово, и, ну, в общем, все будет хорошо. А с другой стороны, всегда
есть часть игроков, которые с удовольствием пройдут игру заново, но на новом уровне. И это можно сделать, помогая им, в общем, чтобы они помогали другим игрокам и стали там менторами, наставниками, ну, в общем, вот так. И это практически всегда можно реализовать, даже если игра не очень длинная, и там, допустим, на несколько уроков она рассчитана, или даже на один урок. Так, чтобы игрок вот в качестве ментора шел и помогал другим игрокам пройти до конца. Вот. Следующий очень важный этап – это понять, что же у нас такого должно быть веселого в нашей игре. И тоже про это можно целый отдельный вебинар проводить. Ну и только здесь, вот только на шестом этапе нужно решать, какие же конкретно мы будем применять инструменты в той системе, которую мы разрабатываем. Потому что этих инструментов, ну, я показывал 30, а на самом деле их там больше 200. Плюс еще три других О, это про то, что нужно делать прототипирование. Про то, что нужно все время пробовать это все и видоизменять каждый раз. Сейчас я быстренько просмотрю. Ой, опять у меня накручивается. Так. Класс-крафт. Класс-крафт — это хорошая тема, но есть минусы. Да. Правила игры. С опытом ознакомиться. Да, можно будет. Сейчас мы дойдем скоро, через 20 слайдов, дойдем до ссылок разных интересных, полезных. Так, класс крафт. Смотрите, класс крафт — это тоже такая интересная штука, но вот действительно у нее есть минусы, потому что вообще говоря, если вы в конце будет ссылка на группу, да, в Фейсбуке и на страничку на нашу в группе, у нас там буквально третье или четвертое сообщение, да, это как раз про класс крафт, просто оно недавно было размещено. Если нет, я там его как-нибудь подниму. Там есть очень интересные, особенно в комментариях. Есть статья на Хабр Хабр. Вот, и там очень в комментариях расписано хорошо про те минусы, которые есть у этого инструмента. Хотя в целом, конечно, если его умеючи применять, это просто отлично. Вот. И давайте сейчас пробежимся по ошибкам. Вот, по тем основным ошибкам, которые совершаются и которых точно нужно избегать. Во-первых, это действительно такие вот нечеткие или какие-то непонятные правила. Это прям вообще страшно, когда человек готов играть, хочет играть, но там настолько все непонятно, настолько все сложно, что ужасно. В общем, чем проще и понятнее вы сделаете правила, особенно в самом начале, тем лучше. Соответственно, да, вторая вот такая ошибка — это то, что сначала мы играли в шахматы или там в карты, но потом мы меняем абсолютно и говорим, что все, вот мы играли в карты, а теперь говорим, что все, теперь у нас дама пик, это будет ферзь, да, и там король, это будет король, но только теперь уже шахматный. Вот. В общем, так делать точно нельзя. И это тоже одна из таких очень-очень частых ошибок, то, что делают разные люди, когда проектируют свои игры. Если вы будете менять правила, то делайте это постепенно и предупреждайте игроков, а еще лучше, чтобы игроки сами участвовали в том, чтобы видоизменять эти правила. Но, соответственно, это нужно либо делать много прототипов до этого, чтобы понять, что у нас игра хорошо работает, либо хорошо понимать на будущее задел, понимать, как все должно работать, так чтобы не пришлось менять все по дороге. Еще один, может быть, это частный случай
Первые ошибки, да, это то, что вообще совершенно непонятно, как в это начинать играть. И ну, очень, очень сложно бывает все это сделать. Очень сложно начать играть. Может быть, это не так про образование, да, но в бизнесе очень часто бывает так, что когда делается игра, то проектируется все таким образом, что там директор департамента, у него там отдельные условия, а у простого работника у него гораздо худшие условия изначально в игре. И если делать такое неравенство игроков, то тогда нужно давать выбор нашим игрокам. Типа, я вот хочу играть за, там, например, за Хоббита, да, вот, или за Дракона. И я понимаю, что если я буду играть за Дракона, то мне будет сильно-сильно проще. А если я хочу играть за, там, Хоббита, за Эльфа или еще за кого-нибудь, то мне будет сильно сложнее, но я сознательно делаю этот выбор. И, соответственно, да, это... серьезная, частая ошибка, которую делают. И, соответственно, лучше так не делать, потому что игроки это сразу видят, и, ну, в общем, это не очень приятно. Очень часто делается такая штука, что вот представьте себе, есть там, например, 20 ступенек, да, и вы проектируете игру таким образом, что вот есть там первая ступенька, вторая ступенька, а потом делается такое сложное задание, что как будто нужно перепрыгнуть со второй ступеньки на 12-ю. И очень мало есть людей, которые способны перепрыгнуть со второй ступеньки на 12-ю. Соответственно, нужно делать задания какие-то более простыми. Иначе, ну, это просто не получится. Перепрыгнуть с одной ступеньки, ну, со второй на 12-ю. И есть противоположная совершенно проблема, да, это когда мы берем и, ну, абсолютно простые какие-то даем задачи, которые, ну, очень легко решаются. И это может поначалу и интересно, а потом очень быстро надоедает игрокам. Если игра, она хоть сколько-нибудь длинная, да, то обязательно в ней должна быть какая-то сквозная история. Без сквозной истории игра может быть только в двух случаях. Это либо она, ну, очень короткая, либо это игра подкреплена очень большими бонусами, скорее всего, материальными. И это означает, что, ну, то есть, например, большинство программ лояльности, они вот как раз вот такие есть, что в них нет ничего, кроме вот этих вот статусов или очков, которые нужно накопить, ну, там, чтобы получить набор ножей со скидкой. Вот. Тоже очень частая ошибка, это мы просто берем и, ну, вот как нам понравились какие-то инструменты, и мы их просто повторяем. Вот это, как правило, очень плохо работает. Ну и вообще очень часто бывает так, что там какой-нибудь шеф, да, он говорит, вот у меня на моем планшете или на моем смартфоне игрушка, там, где нужно, там, не знаю, складывать по три в ряд. Вот, давайте у нас на работе сделаем то же самое. И, ну, это никому не нужно, бывает. И, соответственно, еще раз, нужно плясать от задачи, от того, чего конкретно мы хотим добиться. Обязательно нужно учитывать обратную связь от игроков. Есть такая тоже тема, что очень важно, чтобы не преобладали вот эти вот там плюшки, статусы, а чтобы развивать вот это именно внутреннюю мотивацию. Но опять же, про это прям целый нужно отдельный вебинар, длинный и очень важный, делать про то, как соблюдать баланс между внешней и внутренней мотивацией и как переводить игроков из внешней мотивации во внутреннюю. Вот. Ну и самая частая ошибка – это то, что очень часто начинают с конца, ну, создания вот этих вот систем игрофицированных. Пошло это, скорее всего, из геймдизайна, да, когда, ну, вот этот Джесси Шелл, один из самых известных геймдизайнеров, который написал эту книгу, она очень хорошая, эта книга, и она рассказывает о том, как делать именно игры, именно вот с точки зрения геймдизайна, но она вот абсолютно не подходит для того, чтобы делать игрификации. Что там рассказывается? Что вот если мы вот хотим сделать про русалочку, да, игру,
соответственно, есть про надводную русалочку игра, а вот про подводную нет. И мы берем какую-то еще и интересную механику, да, например, мы делаем шутер. И вот мы делаем игру про русалочку, и это шутер и подводный. Вот, и это какая-то такая очень необычная штука, которая, ну, вполне возможно, что она понравится игрокам. Но это, как вы, надеюсь, уже теперь понимаете, это абсолютно с другой стороны подход, это от подбора инструментов. И совершенно не обязательно, если мы интересную подходящую эстетику выберем и какие-то интересные механики, что это действительно будет работать на нашу цель. И, соответственно, если мы делаем все с точки зрения графикации, то нужно идти от цели и потом дальше проходить по вот этим вот шагам. Вот. Ну и еще одна есть теория, да, это из Roleplay Game, соответственно, геймизм, нарративизм, симуляционизм. Сюда еще добавляют иммерсионизм. В общем, это то, с помощью чего разрабатывают, как правило, настолки или, ну и тоже компьютерные игры. И, в общем, это тоже не подходит, потому что нужно делать все с другой стороны, с точки зрения, в общем, начинать с цели, потом про игроков, потом целевые действия и так далее. То, что я уже рассказывал совсем недавно. Соответственно, вот такая вот мысль у меня в конце, которую, я надеюсь, мне удалось донести, что нельзя начинать внедрение графикации с подбора инструментов и механик, да, то есть вот если вам даже очень нравится какая-то игра, просто взять и попытаться сделать ровно то же самое и перенести это на образовательный процесс, как правило, это ни к чему хорошему не приведет. Потому что, ну, попасть можно разве что только совершенно случайно. И, соответственно, нужно, ну, делать все по-другому. То есть нужно проходить по одному из алгоритмов. Кроме того алгоритма, который я рассказал, есть еще там, например, у Юкачева алгоритм и так далее. То есть есть несколько других алгоритмов. Главное, не начинайте с того, что вы берете и просто внедряете какие-то инструменты, механики, не разобравшись, как это все должно работать и на какую цель это может работать. Вот, смотрите, давайте сейчас я посмотрю, что вы написали здесь в чатике. Так. Теперь, значит, наши страницы. Смотрите, вот здесь вот у меня есть ссылки. Я вам сейчас выкладываю в общий доступ презентацию в формате PDF. Вот. И на самом деле мне бы очень хотелось понять, на какие темы, если это дальше все рассматривать, на какие темы интереснее всего было бы, чтобы я провел другие вебинары. Потому что сейчас такой получился, это, ну, такая вводная и общая, показывающая в общем и целом о том, что это такое, пожалуй, лекция, да, то есть я бы предпочел больший такой интерактивный формат. Но для этого мне нужно понять, вот в каких темах. Потому что это может быть, например, конкретно применение графикации в дистанционных курсах. Да? И, мягко говоря, мне есть о чем рассказать. Это применение графикации в очных вещах. Потому что это совершенно другое, да. И особенно если это кратковременный, краткосрочный формат, это, ну, совершенно другие какие-то законы там. Это, конечно же, про мотивацию и про то, как соблюсти баланс между внутренней и внешней мотивацией и о том, как переводить игроков от внешней к внутренней мотивации. Это про то, что такое путь игрока, и это, ну, реально полезная и интересная вещь, про которую я чуть-чуть уже рассказывал, о том, что можно из... Ну, что есть несколько этапов игры, мы выделяем 5 этапов игры, и в каждом из них работают совершенно разные элементы, совершенно по-разному. И это прям, ну, наука такая, вот, о том, как их правильно применять.
Это может быть отдельная лекция про ошибки, да? Я там некоторые из них перечислил и могу прям с примерами рассказывать о том, как это, что, где применялось. Это может быть лекция про то, как можно, или там вебинар, о том, об успешных примерах в образовательных проектах и, соответственно, с разбором этих успешных примеров. То есть, ну вот буквально про очень много разных тем, на которые можно более детально рассказать. Вот. Успешные. Успешные примеры и разбор. Так. Значит, отвечаю про курс на степик. Значит, на степике. Когда откроется? Откроется он в мае. Пока не могу точно сказать дату. Вот. Для того, чтобы точно об этом узнать, вы можете, во-первых, записаться вот в эти вот группы, да, группа, страница, которые здесь даны, или записаться непосредственно на вот этот вот курс. И, соответственно, вы тогда точно не пропустите. Да. И в этом году у нас планируется то, что мы издадим книгу как раз по игрификации. И я уверен, что тоже это будет интересно и полезно, потому что она точно будет не повторение курса, а будет некое расширение. Удачная игрификация, так. Понятно. Примеры. Очное ИДО. Сложные программные продукты. А что такое сложные программные продукты? Так, значит, отвечаю на вопрос. Тут есть интересный вопрос. Ой, ой, у меня все убегает. Я прав, что не обязательно все превращать в игру. Можно вносить в работу, в лекции, в труд элементы игры. Действительно, совершенно не обязательно все прямо целиком превращать в игру. И, как правило, достаточно бывает, ну, 3, ну, 5, ну, 8, может быть, элементов, которые сделают что-то более интересным. Ну, то есть, есть такое очень интересное определение того, что такое игра. Это решение проблем играючи. И то, чем занимаемся мы, это на самом деле вот что. Вот есть у нас некий процесс, допустим, это урок, да, лекция, и она кому-то кажется из учеников не очень интересной, или там цикл лекций. И мы туда добавляем какие-то элементы, которых не существовало до этого, какую-то надстройку, нечто, ну, дополнительные какие-то игровые правила, которые, по сути, делают этот контекст более сложным. То есть вместо того, чтобы просто, допустим, готовиться к экзамену и учить билеты, человек еще и там какие-то уровни проходит, какие-то бейджики зарабатывает. Или он там прокачивает своего виртуального персонажа, или еще что-нибудь делает. То есть он делает какую-то совершенно необязательную деятельность, которая по сути все усложняет, но из-за этого ему кажется все более интересным. Вот. То есть именно вот это вот мы и делаем. Надеюсь, я ответил на вопрос. Так. Значит, хорошо, я понял. Про успешные примеры и разбор, про ДО и про очную штуку в курсах СДО. Разбор успешных примеров. Примеры. Ну хорошо. Примеры. Да, конечно, курс он еще и сейчас обновляется. И он прямо. Ну, сильно другой получается. Ну, потому что очень много всего произошло. Отлично, что вы знаете про Boomstarter. Так, и книгу ждете, это клево. Я очень рад. Очень рад, что познавательно все. Так, значит, читаю длинный комментарий.
Игра – основной вид деятельности в дошкольном детстве. Школьников игра радует и бывает им полезна. А вот студенты могут воспринять игру как то, что отнимает их драгоценное время. Тут, наверное, нужно заимствовать интересные для них игровые приемы из компьютерных игр. Ну, смотрите, на самом деле, с одной стороны, вы правы, а с другой стороны, вы правы лишь отчасти. И сейчас сильно меняется вообще мир в этом отношении. И игра, она входит практически в любую окружающую нас действительность. И если вы посмотрите любое успешное именно приложение, то там хоть как-нибудь используется приложение вот в сотовом, да, вот, и в смартфоне. И, соответственно, там практически всегда используются хоть какие-то элементы из игрификации. И примерно так же это, как вот почта, да, если бы почта была бы только со входящими и исходящими, да, и все, больше бы других почт, ну, больше бы других папок не было, и опций других бы не было, только написать и принять письмо. В принципе, это работает, но это уже не так интересно. И не очень сложно привлечь туда новых пользователей. Сейчас людям нужно, чтобы там обязательно были и там черновики, и можно было сделать отдельные папки, и чтобы можно было какие-то фильтры настроить и так далее. И точно так же с какими-то продуктами, да, с приложениями, с сайтами. Если там нет прогресс, ты не видишь свой, или если ты не можешь там какие-то собирать, ну там, например, баллы для того, чтобы получить в дальнейшем скидку, то тогда это тоже менее интересно. И это я к чему? Это я к тому, что сейчас настолько все поменялось, да, что мне кажется, игру как нечто, отнимающее драгоценное время, очень мало кто воспринимает. И это, наоборот, мне кажется, воспринимается как нечто базовое, как нечто само собой разумеющееся. И, кроме того, я сказал о том, что нужно всегда предусматривать какую-то такую возможность, чтобы игроки могли все делать по старинке. То есть, чтобы они могли, ну, просто, например, посещать лекции и при этом, чтобы не было обязательным накапливать какие-нибудь бейджики. Вот. Или чтобы не было обязательным, ну, там, прокачивать своего персонажа. Ну, потому что многим это действительно будет неинтересно. И нужно очень точно, правильно, четко подбирать именно те инструменты, которые сработают с этими людьми. Надеюсь, я тоже ответил на этот вопрос. Так, для маленьких детей, дошкольников и младших школьников очень нужна игра. Согласен. Фан. Ладно. Мне кажется, это скорее нужно рассматривать как пожелание к следующему вебинару, к одному из вебинаров про то, чтобы рассказать подробнее про фан. Ну, потому что я и так уже с вами там час 10. И, ну, в общем, я, наверное, все-таки воздержусь. Наверное, лучше это с картинками делать. Вот, соответственно, я... еще одна тема есть. Так, я надеюсь, что у меня будет доступ к этому чату, и я смогу потом собрать все эти... что именно вам интересно. Так, внедрение для студентов. Хорошо. Как на практике это осуществимо. Так. Библиотека. Хорошо. Здесь, наверное, действительно много библиотекарей, да? Так, игру нужно тогда вводить подспудно, а не открыто организовывать ее. Ну, смотрите, здесь есть... можно и так, это зависит от, например, ваших взаимоотношений. И, скажем, какой-нибудь класс-крафт вы не сможете подспудно внедрить, да? А... соответственно, ну да, это действительно во многом зависит от того, в каких вы находитесь взаимоотношениях с вашими учениками. То, что мы делаем, как правило, там для бизнеса особенно, это скорее подспудная такая штука. То есть они настолько органично включаются, да, вот эти вот вещи, которые мы предлагаем внедрить, что люди не очень-то сильно их и замечают. А потом через какое-то время они
замечают, что без этого они уже как-то им сложно. Вот, и что не так, ну, что-то теряется. Вот. Но с другой стороны, да, конечно, можно просто объявить там, условно говоря, что каждый, кто выполняет задание, там, ну, есть такое понятие redline, да, то есть вот есть deadline, это когда уже все, после этого нельзя сдавать задание, вы не принимаете его, а вот есть redline, это такой промежуточный этап, и вы можете сказать, что вот если вы сдадите, там, у вас занятие в пятницу, да, а вы говорите, если вы сдадите до полуночи среды, ваше задание, то тогда вы получите там что-то, да? Вполне себе это явно вы делаете, но при этом вы, ну, делаете действительно более интересным для некоторых из учеников. То, что есть возможность получить какие-то дополнительные преимущества, если все сдать не то что вовремя, а заранее. Так, спасибо, очень интересно. Я рад, что очень интересно. Так. Вот да. Кстати, вот насчет «не сдал книгу вовремя, выбыл из игры». Это еще один очень интересный был бы сюжет, о котором, может быть, ну, может, я его к чему-нибудь, к мотивации, например. Про то, что, насколько это возможно и насколько это правильно или неправильно. Применять негативные методы мотивации. Ну, мое личное мнение, что это неправильно всегда, вот, но очень многие со мной спорят. И у меня есть несколько примеров того, почему это не работает и насколько, ну, вообще плохо применять негативную мотивацию. То есть, например, наказывать игроков за то, что они там не делают что-то. Или действительно, что они выбывают из игры, если они вдруг что-то делают не так. Есть много кейсов, которые к очень нехорошим вещам. Так, доступ к презентации уже есть. Я вот выложил ее. В PDF она. Вебинар для библиотекарей. Да, я очень рад. Редлайны действительно это хорошая штука, да. Примеры. Получи бонус. Так, и здесь есть что-то в вопросах. О, да. Значит, про то, что хочется узнать про фан. Ну, вот я... Тут вопрос есть, да, кроме примеров с таблицей Менделеева про игрификацию в очном образовании. Ну, вот я, например, рассказал про то, как используются крестики-нолики в спорте, да, ну, в занятиях физической культурой. У нас есть несколько примеров, когда мы добивались того, что, ну, очень значительная часть, и сейчас не помню сколько, не буду врать, сколько процентов людей дошло до конца в бесплатном очном курсе, в котором нужно было посетить 5 из 6 занятий, которые длятся вот целый день. И это для очень сильно работающих людей и очень занятых людей не такая простая задача. Плюс к тому нужно было делать домашние задания, которые не меньше, чем 4 часа занимают. Вот. И тем не менее у нас, по-моему, 87%, я не помню точно, но вот какая-то такая цифра, у нас людей дошла до конца и получила сертификаты. Условием получения сертификата было выполнение всех домашних заданий и посещение 5 вот этих вот из 6 дней. Да, и мы этого добились тоже, я считаю, с помощью игрификации. Вот. Ну и много других есть примеров. Наверное, действительно нужно будет рассказывать отдельно. Вот. Про то, вышла ли книга, нет, она пока еще не вышла, мы ее пока еще пишем. Вот. Но она выйдет в этом году. Вот, и, соответственно, я уверен, что вам это будет интересно. Так. Ну, если наказывать нельзя, соответственно, нужно придумать какие-то другие вещи. Вот, ну, ладно, это действительно интересная тема, про которую я лучше в другой раз расскажу, потому что сейчас это, мне кажется, и так уже многовато я дал информации за, ну, то есть...
Вот. И, соответственно, я расскажу о том, что делать, если не наказывать. Каким образом делать так, чтобы все отлично работало. Стимуляция за данные вовремя книги. Провалилась идея. Ну, может быть, ну ладно, это можно будет прям разобрать. Насчет доступа к презентации я не знаю. Я ее сделал в общем общедоступные ресурсы. Да. Презентация доступна в окне ресурсы. Я не очень понял вопрос. Интересно, как быть с графикацией, если в руки студенту необходимо дать ремесло. Ну, просто действительно не понял. Потому что... Ну да, правильно тут отвечает. Роспись по дереву. Тут просто я, ну, как бы, ну, нужно очень четко понимать, что именно вы хотите добиться. И тут, вот, наверное, я, может быть, главную ошибку, которую многие совершают, я о ней не сказал. Смотрите, игрификация – это не какая-то там волшебная пилюля, не волшебная таблетка, не серебряная пуля. Это просто очень хороший инструмент. Но если... вы можете что-то решить лучше или там достаточно просто с помощью там административных методов или ну какими-то такими более привычными методами, да, то может быть и не стоит применять игрификацию. И мы очень часто, ну, например, когда консультируем кого-то, мы говорим: хотя к нам обращаются именно: давайте введите у нас игрификацию, сделайте, внесите нам какие-то игровые элементы. Мы говорим о том, что нет, вам на самом деле нужно не это. Вам нужно там поменять ваш трудовой договор или что-то еще такое нужно сделать. И, соответственно, далеко не всегда ее вообще имеет смысл применять. И тут тоже очень это важно понимать. И если вы хотите применить игрификацию, то это не просто там, а как мне улучшить там показатели в образовании, да, а или там как сделать так, чтобы роспись по дереву люди проходили, ну, чтобы люди научились расписывать по дереву. А нужны очень конкретные такие вещи, да, то есть вот что нужно сделать, чтобы они это делали там раз в неделю, чтобы как минимум они этим занимались, или там чтобы человек, не знаю, садился за музыкальный инструмент каждый день, или чтобы человек писал там 10 страниц из диссертации там в неделю, да, вот какие-то такие вещи. И, соответственно, нужно очень четко, правильно ставить вот эти вот задачи, что именно мы хотим, чтобы было сделано. Иначе это очень непросто ответить на эти вопросы. И, как правило, ответ такой, что вам не нужно применять игрификацию, вам нужно применить что-то еще. Так. Сказкотерапия. Окей. Ладно. Я рад, что вам... все, что вы считаете, что все это полезно, и буду очень рад провести другие вебинары. Надеюсь, у меня действительно будет доступ к чату, да, к тому, что вы написали, и, соответственно, можно будет выбрать наиболее популярные вопросы, запросы, и по ним сделать отдельные вебинары. Спасибо большое. Коллеги, давайте поблагодарим Ивана за такой интересный вебинар и за обещание провести еще вебинары. Мы обязательно им воспользуемся, если у Ивана будет время и желание провести на нашей платформе вебинары еще. Я отвечаю на вопрос, как скачать презентацию. Прошу прощения, Ивана, буду рисовать сейчас поверх его последнего кадра.
Вот если вы посмотрите вот примерно вот сюда, наверх, то увидите ряд кнопочек. Ну, может быть, немножко не так нарисовал. Ну, на разных экранах по-разному будет. Может быть, вот так вот где-то. Ряд кнопок верхних. В этом верхнем ряду кнопок есть кнопка «Серая папочка» такая. Называется «Показать или скрыть ресурсы». Вот нажимая на нее, у вас справа от презентации, вот здесь вот, открывается окошко «Ресурсы». И в этом окошке вы видите единственный файл, который называется «Игрификация в образовании». И рядом с ним слева зеленый значок «Скачать». Вот нажимайте на этот значок, обязательно на этот значок, а не на само название. Нажимайте на этот скачок, и будет производиться скачка файла на ваш компьютер. А вот, собственно, и вся премудрость. Ну что ж, коллеги, давайте прощаться. Я вас всех тоже благодарю за активное участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Надеюсь, это не последняя наша встреча. А на следующей неделе я вас приглашаю на вебинары Директ Академии, которые пройдут в понедельник, вторник, четверг и пятницу, то есть, как всегда, почти каждый день. Всего хорошего!